выдернула. Явно не с кофе и даже не с туалету. Фух. Доброе утро, люди мои дорогие. Добрый день. А у нас шлифовка пола. Фух, даже что-то мы с мужем запыхались. В общем, муж все сделал. Сейчас он немножко отдышится, передохнет и все, и покроет вот эти вот затертые места лаком. Вот я сейчас пропылесошу хорошо. Протру пол, не надо, наверное, протирать. Ну, короче, хорошо пропылесошу, соберу это все. Вот, и потом муж покроет лаком. Вот такие у нас сегодня дела, ребята. Вот такие у нас выходные. Веселые. Ну вот, муж покрыл, значит, первым слоем. Мы его называем технический. Объясню, почему. Ну, я говорю технически. Почему? Потому что сейчас вот покрыл на один тонкий слой лака муж. Ворс поднимется, его надо будет опять зашлифовать пол, и потом уже нормально накладывать лак. И что? И вот теперь, в принципе, это уже можно делать завтра. Но так как у нас лака было совсем чуть-чуть, там надо будет банку лака купить. Ну, в принципе, нам торопиться некуда, потому что завтра мы уже на работу. И как бы надо человеку отдохнуть. И до следующих выходных ничего не случится, если пол постоит и в таком состоянии. Покажи, каким лаком покрываем. Да, сейчас покажу. А лак у нас вот такой. Очень хороший лак. Мы покрывали и пол в одной, и в другой комнате. И муж мебель мне на кухне им реставрировал. Водный полиуретановый. Да. Фирма просто классная. Акрилуретановый, точнее. Угу. Да, классная фирма, очень нравится вот этот лак. Ну, может, кому-то пригодится. Очень прочный на износ. Да, классный, потому что мы вот здесь пол тоже делали. И да, кому кто-нибудь подумает, ну, легче ламинат положить, чем вот это вот заморачиваться. Ради бога, ребят, сейчас, конечно, технологии и ламинат, и все что угодно. И у нас лежит лиственница. А теперь вопрос, нафига мне ламинат, и я буду менять лиственницу на ламинат? Зачем? Раз в 6, там в 5, в 6 лет, в 10 муж прошелся, где-то что-то... Ободрал, да, да, где-то что-то подкорректировал, опять положили новый лак, и все, и опять на 10 лет. Ничего не надо. Зачем мне замарать? И посмотрите, какая красота. Пол-то ведь действительно красивый. Так и здесь у детей. Теперь уже у нас в спальне будет. Вот. Зачем? Я буду менять шило на мыло. У нас вот здесь вот ламинат в прихожей лежит чуть-чуть. И то совсем его чуть-чуть. А дальше у нас керамогранит. Ну, такая зона возле двери. Ванна, туалет и туда. Тут она тоже немножечко потом муж доделает. Приведет в порядок. Порожки купим. Маленькие такие продаются эти плиточки.
на клей посадить, будет красиво. Ну, вот о чем я, в принципе. Так что все. До следующих выходных у нас работа закончена. Сейчас мы закроем дверь, чтобы нам кочки не оставил свои следы. Здесь бил я. И все. Автографы. Да, автографы. Муж смеется. Все. На этом все. Ну да, завтра инструменты там с подоконника забыли, заберем. Ничего, я заберу, ничего страшного. На этом все с полом. Время второй час. Да нет, я дальше снимаю видео. Вот, а я вытащила кефир. Сейчас он так согреется. И меня муж попросил сделать пирожки с яблочком. Так что пока посижу, делать нечего. Посмотрю всякие видосы, чай попью, а потом займусь пирожками. Вот так. Ну и ужином. Обед у нас с мужем есть. Так что вот, все, отдыхаем. Ну что, люди мои дорогие, время у нас 35 минут третьего. И что Оксана Анатольевна сделала? Оксана Анатольевна завела тесто, поставила на солнышко его. Пусть стоит на солнышке. Так, там. Сейчас порежу яблочки. А зелень. Подготовлю творог, 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 творог. Подготовлю творог и буду печь пирожки с яблочком. С яблоком для мужа. И сделаю такие лепешки с зеленью и с творогом. Да, и еще я, у меня тут замаринована куриная грудка, замариновала. Потом я ее тоже так вот разрезы сделаю, положу тут. Куда я снимаю? Сделаю такие разрезики, на ней положу сыр, помидор и тоже запеку. Будет нам ужин, мужу на завтра на обед. В общем, потихонечку, потихонечку занимаемся домашними делами. Что я еще здесь надумала? Значит, яблочки я почистила, это вот остатки от яблок. Я сейчас их закину в компот. Компот, ну зачем пропадать? Все должно быть переработано. Тут шкурочки, сердцевинка. Вытащила из морозилки сливу. Сейчас компот со сливой с яблоками сделаю. Здесь уже вот яблочки добавила я сахар. Здесь яйцо. Оно мытое, все нормально, не переживайте. Зелень нарезанная. Это у меня со вчерашнего вечера мы ужинали осталось. Достану сейчас зелень, покрошу и лук. Доварила у меня там... Оставалось 3 яйца, ну как бы 4, но одно я оставила, чтобы смазывать выпечку. И 3 сварила, сделаю еще немножечко пирожков с яйцами, потому что у меня там лук зеленый. Уже кричит help me просто. Помогите, пропадает он просто. Все. И вот сейчас будем печь. У меня чисто так, посмотрите как. Хобана, и уже готово, уже все. Уже видите как оно дышит. Оно дышит, оно живое. Все, сейчас. Видите, как красота какая. 20 минут и все готово. Тем более на солнце сейчас вообще. Все, сейчас будем делать. О, блин, так классно оно делается. Тык-т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 ык. Ветерочек подул чуть-чуть, и оно такое. Пэм-пэм-пэм. Все, сейчас буду его дальше вымешивать и готовить пирожки. Например, вот так. Например, например.
Пусти меня. Я на третью ставила. Да? Бумага заканчивается, у меня хорошая, надо будет в экспрессе опять купить. Ох, жарко у меня на кухне. Идея, конечно, печь пирожки, когда на солнце 31, ну, такую себе. Ну, это на солнце просто за целый день нагрело. Поэтому вообще жарко, очень жарко на кухне. Так, ну, там у меня уже все. Куриная грудка стоит. Здесь овощное рагу. Здесь сварен компот. Это лепешка с творогом, зеленью. Так, дальше. Сейчас назад подвину стул. Здесь пирожки у нас с яблоком. Здесь с яйцом и зеленым луком. Ну вот, все. Все. Остальное уже делать техники. Мультиварки потушить. В духовке испечь. Все. Будем с мужем сейчас кушать. Очень хочется жрать. Да, и кстати, по времени я начала 2:30, а сейчас без 15:05. Ну вот, в принципе, все успела как бы, да. Не, не то, что торопиться некуда, все успела, просто до 5 все сделала. Все. Будем пить чай, отдыхать. Покажу в разрезе вам лепешечку. Сейчас так, наверное, на солнышко. Вот так получилось. Лепешечка с творогом и зеленью. Все пропеклось, она тонкая, тесто тонкое, тут такое, знаете, как закрытая пицца больше, чем лепешка. Все, будем кушать, очень кушать. Или хачапуры ленивый. Совсем ленивый. Очень ленивый хачапуры. Ладно, ребята, будем мы с мужем кушать, потому что уже даже не кушать, а жрать охота. Ваш пе. Короче, ой, так интересно, на съемках мигает, на съемках-то. На телефоне мигает на микроволновке этот циферблат. А когда так смотришь, нет. А тут да. Какой-то эффект мне там муж объяснял. Короче, ну ладно. Так, ребята, тут у меня рагу овощную готовченко. И какова красота. Ай, приклеился один помидор. Ну ладно. И куриная грудка, запеченная с сыром и помидором. Все? Все? Тут, ну тут компот я уже показывала. Тут у нас пирожки. Ну и все. А, и лепешки, кстати, мы половину лепешки съели с папой. Очень вкусно было, очень вкусно. Все, на сегодня кухня закончена. В принципе, работа по дому закончена. Все, мы с мужем отдыхаем. Тупим в интернете. Читаем. Завтра мужу на работу, надо отдохнуть. Все, ребятки, мы пошли отдыхать. Так, люди мои дорогие, что, будем прощаться с вами сегодня. Так, а здесь время 10 часов вечера. Муж шагалит по кухне. Та-там, та-рам. Пойман на месте преступления. Тихонечко не порежься, пожалуйста. Ну, это нормально. У нас вечерние
есть как там в 5 часов у англичан какой-то там чай, еще что-то. А у нас ночной жор. Ночной дожор. Да, дожор. Я тоже, кстати, сейчас буду. Не надо было меня дразнить, блин, вкусностями навоняло, теперь тоже буду. Да пофиг. И вообще мне можно, я при своем росте нормально вешу. Да, зай? А что бы он еще сказал? Что он бессмертный, что ли? Конечно, нет. Конечно, он скажет, что я самая красивая женщина в мире. Ну, ладно, ребят, все. А, у нас еще прикол. Мы же оставили вот этот стул. А младшая дочь на нем, ну, как бы, два поколения у нас. Старшая дочь на нем сидела, занималась, и младшая. А вот эта жопочка очень любит нашу младшую дочь. С ней спать. Вот, время проводить в ее комнате. Ну, так как теперь наша младшая дочечка с нами уже тоже не живет. Вот, а судя по всему, кошка скучает. Ну, 2 дня только нет ребенка с нами, она с нами не живет, только 2-й день. Вот, и мы этот стул решили оставить, потому что кошка на нем спит, сидит, ну, видимо, скучает. Ну, ладно, это не грустно, это нормальная реакция животного, ничего, привыкнет. Вообще, все это нормально. Дети вырастают, вылетают из гнезда. Из гнезда они вылетают. Приятного аппетита. Из гнезда. А, ну, мы тоже ж когда-то от родителей улетели, ушли в большую жизнь. Так и наши дети. Нам тоже тяжело привыкать к этому, но ничего, привыкнем. Что делать? Жизнь продолжается. Так, наболтала я всякой фигни. Ладно, люди мои дорогие. Буду я заканчивать сегодняшний влог. У нас тут еще... Слышите, музыка? Стрекочет. Да, буду заканчивать сегодняшний влог. Вам всем спокойной ночи и приятных снов.